Мы ожидаем, что сегодня нефть может снова выйти на долгожданный уровень в 50 долларов за баррель. Скорее всего, она сегодня останется в коридоре 49.50. Российские фондовые индексы сегодня открылись разнонаправленно, а вот доллары и евро при открытии сегодня чуть-чуть подросли к рублю. Мы ожидаем, что сегодня доллар будет торговаться в коридоре 59-60 рублей, а евро в диапазоне 67-68 рублей. Удачных торгов!